Мир вам. Я хотел прочитать некоторые стишков. 19 глава Откровения, 11 глава. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый, из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя царь царей и Господь господствующих». Будем молиться.